например, на всех конференциях Moscow Breast Meeting был. На многих из них я сидел в будке переводчика. Мы переводили на этой конференции неоднократно для всех гостей. И думаю, что делали неплохую очень работу. Вот, но постепенно мы уже переходим в более высокий статус докладчиков, спикеров на этих конференциях. И мы продолжаем здесь присутствовать. Мне кажется, что конференция с годами становится лучше только. Многие, на самом деле, форумы с течением времени как-то начинают повторяться и немного деградировать. Но то, что зал заполнен сегодня и люди стоят в проходах, как бы, это, мне кажется, очень верный признак того, что здесь есть еще дальнейший потенциал для наращивания, для развития и создания мощной площадки, на которой будут встречаться хирурги, онкологи, реконструктивные хирурги, пластические хирурги, и обсуждать общие элементы нашей работы. Ну, для меня, как для человека, который, наверное, здесь много кого знает, это атмосфера дружеская, когда ты встречаешь людей, с которыми ты много лет знаком, общаешься. Это всегда приятно. И здесь, мне кажется, вообще, в принципе, атмосфера очень лояльная и принимающая. И человеку, который испытывает, как бы, ну, начинает свой путь в хирургии, в эстетической, в реконструктивной хирургии, эта площадка дает возможность без всяких обиняков в куларах задать вопросы, пообщаться с экспертами, и многие сюда приезжают, именно задавая те вопросы, которые их давно тревожат внутри, и получают на них исчерпывающие и самые компетентные ответы. Это очень здорово.